Золотая середина между спортом и танцами. В субботу в областном центре прошли открытые городские соревнования по аэробике. Участники долго готовились, чтобы продемонстрировать жюри все, чему научились за уходящий год. Есть дети, которые только-только начали заниматься. И есть спортсмены, которые уже имеют звание первого разряда и даже кандидатов в мастера спорта. Участников много. Они представлены все Ивановым. У нас есть гости из Владимирской области и из Ивановского района. Начинающих спортсменов в этом году очень много. Ребята дошкольного и младшего школьного возраста, которые совсем недавно пришли в секции по аэробике. Выставлять им оценки жюри крайне сложно. Каждое выступление индивидуально, но есть ряд повторяющихся элементов. Это всевозможные прыжки, отжимания, растяжка. Кажется, спортсменки порхают по площадке. Так легки и энергичны их движения. Но в действительности отработка любого элемента – это каждодневный труд. Это очень трудно дается. Это, ну, как бы нарабатывается несколько лет. У кого-то есть что-то от природы, у кого-то само нарабатывается. Это оставляется много труда за пределами площадки. Но все усилия окупаются, уверены участницы. Ведь спорт – это энергия, здоровье и, что немаловажно, красота. Наталья Гутарина, Андрей Синеволков, РТВ Иваново.